Общение с людьми, оно необходимо. Запрос людей на общение на сегодняшний день власть пока не удовлетворяет. И, ну, вы помните, там принимали с вами приемы по личным вопросам, проводили там по 12 часов, там уже далеко за полночь, и количество людей не уменьшается. Поэтому охватить все проблемы одномоментно невозможно. Поэтому мы с вами используем различные форматы. Поговорить, порассуждать, да, это вот студия телевизионная. Быстрые точные ответы, да, это через интернет прямые линии. Мы с вами, когда у нас началась специальная военная операция, да, и начались сложные ситуации, мы с вами придумали 10 вопросов к губернатору. Но 15 или 20 раз уже думал, что нужно, наверное, отказаться. Все время спрашиваю у жителей, они говорят, нет, нужно. И вы видите по количеству просмотров, которые у нас есть, там 40, 50, 60, иногда больше тысяч человек, которые просматривают, и важно, в командировке пропустил, не успел, уже на следующий день. Что, ленитесь? Вы нас приучили, мы ждем ваших прямых линий. Поэтому мне кажется, что мы делаем с вами правильно.